выяснить. Вы с коллеги там сидят, да? Кто-то узнал, что здесь сидит вообще? Ну вот, вы же меня узнали. Я узнала. Но я не знаю других, я же со просто не хотел. Нет, они не знали. Ну ладно, давайте на адрес туда. Я буду говорить там. Да вот на русском. На меня смотрите. Почему-то вот кошмар какой-то. Не, буду сюда смотреть. So what do you think about the so-called war on 16th? I think that. I mean, everybody thinks that Azerbaijan is part started. Everybody thinks the results are different. I think that if you look inside of the story, there is different stories as usual in any war. Everyone is building up its own story, who is guilty, who is the right, and so on. But in general, I think that the April 2016 is showing up that unfortunately this is not coming. And that's what we always say, just that the army must be returned back to barracks. And this is the only way how we can proceed for the peaceful resolution. Whenever we're talking about peaceful resolution, we are understanding that the biggest trouble for the peaceful resolution is the military. And in this case, of course, withdrawal of Armenian troops from the territories of Azerbaijan for sure can build up absolutely different environment, and I think that opening up a new opportunities for two nations who used to live for next door for a peaceful war. Yeah. Она согласилась. Вы на русском, я на русском. Сейчас задам вопрос. Да вы на армянском будете переводить потом? Нет, потом на русском. Вы из какой части Армении? Из Ичевана? Из Еревана, нет, из Еревана. Потому что я кого не случайно, все из Ичевана. Я долго работала в Армепресс. Значит так, у меня только дедушка из Гарса был. Все время говорите, все время говорите о том, что надо сохранять мир, нам нужен мир, но почему-то все ваши действия говорят о противоположном. Ну, ответ очень простой. Территория-то моей страны оккупирована. Ответ как раз-таки очень простой. Такие выражения только на камеру надо делать. Ответ же очень простой, потому что территория моей страны оккупирована армянскими солдатами. Вот что делает гражданин Армении на службе на территории Азербайджана? Извините, вот скажите, извините. Пожалуйста, извиняю. Почему вы считаете, что это ваша территория? Это армянская, искренне армянская территория. Вы какую часть считаете искренне? Все то, что было захвачено? Арцах – это армянская территория. Кто сказал? Оно же называется знаете. Карабах, который я, в переводе означает. Я слежу за вашим переводе означает что? Черный сад. Черный сад. Вот на азербайджанский Карабах называется, да? Черный сад. Господин Мамедьяров, я слежу за вашей компанией CBC. И часто там встречаются вот такие выражения, что Ереван наш, Ереванское ханство. И сейчас они... Не нервничайте, самое главное. Вы становитесь эмоциональны. Становится очень эмоционально для журналиста этот самый. Не, про такую тему, конечно, я не считаю, что ладно, остальное в Москве давайте. На самолет начинает движение. Все, хорошо. Увидимся в Москве тогда. Давайте.